Да. Там, да, вот здесь вот руна. Но еще, конечно, на камере не показывается это, но рядом с луной еще там справа спутник стоит. Это на камере не отображается, но зато я на фотке как-то словил. Вот когда я не начинаю записывать, вот я буду вот так вот говорить, вот когда я начинаю не записывать, то тогда спутник видно. А вот когда начинаю, качество ухудшается, его уже нету. О, он прям сейчас пропал на моих глазах. А, стоп. Там какая-то красная точка светит. Увы, это на камере не видно. Там вот красная точка какая-то светит. Вот. О, я нашел спутник. Он слева снизу Луны. Только это, как обычно, на камере не отображается. Вот, если что, мой телефон. Ра-та-та. А вон там вот, вдалеке. Вот. Прям вот здесь вот. Мой любимый магаз, Мариера называется. Ну и ярче тоже плохой. Вот здесь вот кошечка. Кс-кс-кс. Здорово. Да. В общем, вот такие вот дела. Может, и получится, я даже смогу запечатлеть спутник потом. Ладно, ребят, это было видео о том, как я нашел спустя миллиарды лет эту луну. Вот там вот технопарк. Вон там вот, где очень много подсветок. Ну, а вон там вот, где красная вот эта подсветка и очень много фонарей, это здание называется Эдем, и там, в общем, KFC есть. KFC, где там жрачка, вот эта вся фигня, да-да. Ну и еще, в конце концов, есть Бургер Кинг. Ой, блин, я чуть свои пальцы не спалил, хотя и так что. О, он уже очень быстро летит. Он же... Блин, на камере не видно. Ай, ладно, ребят, надеюсь, вам понравился данный ролик, как я спустя миллиарды лет увидел. Хотя не буду его затягивать на 2 минуты, продолжу еще снимать. В общем, да, это 8-й этаж. Вон там вот луна, как я и показывал. Так, стоп, а что с камерой? Что такое качество плохое? До сих пор качество плохое, но нормально, в принципе. Ну а еще, что еще показывать там? Спутник, кажется, уже улетел. А, нет, он там, он там, он там, он там. Вон там, вон, только это на камере не видно. Он прям вон летит, 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 летит. Только это на камере не видно. А, стоп! Он виден? Или это мне так стоять? Не, он не виден. Ну, а так он уже улетает за дом. Он на секунду мелькнул. Он летит. А, нет. Стоять! 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 Вон там вот, кстати, самый низ. Короче, спутник улетел. Все, гудбай, спутник. А вон там вот рядом с вот этой самой ближайшим проволокой стоит, естественно, звезда. Не знаю зачем. Ну а так вот вид с 8-го.